Поздравления сегодня принимает одна из самых знаменитых, красивых и загадочных актрис. Юбилей у народной артистки Советского Союза Татьяны Дорониной. Ее уже поздравил президент Владимир Путин. Глава государства назвал Татьяну Васильевну большим мастером своего дела и автором неповторимого доронинского стиля. Большую часть жизни она провела на сцене, а 31 год назад возглавила МХАТ имени Горького. Мне пришлось от очень многого отказаться. Но, как говорится, если так нужно было и так определил Господь. Всенародную славу ей принесла работа в кино. В сердцах зрителей навсегда остались образы Дорониной. В картинах «Старшая сестра», «Еще раз про любовь» и «Три тополя на Плющихе». Давайте еще раз насладимся этими прекрасными кадрами. С Наташкой живем. Опустело небо без тебя. Ты лучшая девушка Москвы и Московской области. Ошибся. Я лучшая девушка в СССР. Пойду прямо в театр. Скажу им, возьмите меня. Не надо мне денег, я так буду играть.